Вокзал Тирасполь, московский скорый. Нашу команду встречают как чемпионов. Далекую Брянщину хоть и не покорили, бронзовые медали – отличный результат. Съездили хорошо, была очень сильнейшая конкуренция, очень много соперников было именно в моем классе, 6-7. Заняла 3-е место, очень боролась за это место. Меня выиграла девушка Липецка, Чижова Ольга, и другая девушка с Татарстана, она немного чуть получше двигается, чем я, но все-таки поборолась. 76 регионов России, Приднестровье и Беларусь. Наши теннисисты в таком составе не затерялись. Девушки поднялись на пьедестал, мужчины в пятерке сильнейших. В наших группах были чемпионы России, призеры чемпионатов России, члены сборной России. Ну, выступили. 5-е место, возможно, скорее всего, мы где-то не выполнили установку тренера. Ну и надо учитывать то, что сильные соперники. У меня была игра в 3-м классе. Я уже не первый раз встречаюсь именно с чемпионкой России Антониной Арсеновой. Играть с такой сильной соперницей, сразу видишь свои недочеты. То есть мы с нашим тренером поставили определенные цели и задачи. Нужно именно эти ошибки свои исправлять. И надеюсь, что на следующее соревнование у меня будет именно наилучший результат. А для Артема этот турнир – международный дебют. В результате удалось и себя показать, и на Брянск посмотреть. Что-то удалось еще посмотреть, вот кроме спортивной арены, где-то еще побывали? Помимо того, что мы играли там в теннис, мы еще вышли на прогулку, гуляли, то, что были на кургане, были на набережном. Там красиво, люди добрые и отзывчивые, нам очень сильно понравилось. Через 2 недели опять в дорогу. Кубок Украины в Одессе. Для «Тирас-ракеты» сезон в самом разгаре.